Судя по возгласам, Христос воскресе, Сергей Андреевич. Чуть раньше, времени. Единственное место в мире, где уже можно сказать Христос воскресе. Совершенно верно. Сейчас мы увидим это огонь. Вот он. Вот он сошел. Он действительно благодатный. По поверью, пока святой огонь не сменит пять рук, он не обжигает. Этот огонь является символом воскресения, тем образом, к которому стремится каждый человек. Пока нетварный свет не станет тварным, он не обжигает. Люди, как православная арабская молодежь, можно сказать, радуются, подпрыгивают. Я видел бороды священников в огне. Да, мы видим нашу делегацию, Алию, отца Александра. Отец Александр. Потому что огонь, он потребляет зло, он является тем светом, который просвещает человека. Свет Христов просвещает всех. Вот патриарх выходит, кубокли неся эти светки свечей. Именно от них уже вестники, гонцы разносят благодатный огонь. За ней вот это мандрит армянской церкви, его сейчас принесут. Налево на армянскую Голгофу, в армянский предел. И потрясающе, как действительно разные конфессии могут мирно уживаться, благодаря, конечно, статусу кубокли. С другой стороны, именно благодаря той радости, которую они получают через благодатный огонь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Мы сейчас можем опять узнать, что происходит.